В разгар дня первый этаж торгово-развлекательного центра ровно на 3 минуты превратился в танцевальный зал. Во флешмобе приняли участие более 200 танцоров разных возрастных групп. Это воспитанники филиалов школ танца Аллы Духовой «Тодес» из Сочи и Краснодара. Ребята продемонстрировали новый танцевальный номер. К выступлению готовились усердно, ведь главная задача такого массового выступления – это сплоченность в движении и синхронное выполнение всех элементов. Для многих танцоров это был первый выход на широкую публику, а вот для ребят постарше такое выступление стало очередной репетицией к предстоящему гастрольному туру. Премьера новой программы состоится в Сочи 24 июля в концертном зале «Фестивальный». Первая часть концертов завершится 29 июля в Анапе. Вторая волна стартует 8 августа в Новороссийске. Вновь в Сочи «Тодес» выступит 11 августа на сцене Зимнего театра. Завершатся гастроли 16 числа в Ейске. В поддержку этого тура и было решено провести танцевальный флешмоб, который, судя по отзывам зрителей и участников, удался на славу. Эмоции очень хорошие, всегда на позитиве. И я занимаюсь уже 2 года, и мне все очень нравится. Краснодар и Сочи были вместе, это как одна семья, одна целая семья. Мы танцевали вместе. Флешмоб был очень хороший.